Больше никакой мебели возле мусорных баков. В Одессе в тестовом режиме заработал первый в городе муниципальный пункт приема габаритного мусора. Он находится во втором полевом переулке. В дальнейшем такие площадки появятся и в других районах города, уверяют чиновники. В феврале организуют еще 6-7 таких пунктов. Адреса локаций обнародуют на сайте города. О новой площадке пока мало кто знает, поэтому она еще пустует. Мы увидели лишь всего пару поддонов. Старый велосипед и ржавый бойлер. Окна, двери, диваны и шкафы – это то, что мы привыкли видеть возле мусорных баков во дворах. Если мы хотим выбросить габаритный мусор, зачастую мы оставляем его именно там. Теперь же его можно оставить на специально оборудованной площадке на Слободке. Весь тот мусор, который не помещается в контейнера, который жители нашего города оставляли возле контейнеров, либо еще где-либо в неустановленных местах, завезите его сюда.